Короче, мы его раздраконили, я тебе скажу. Всем доброе утро, друзья! С вами снова канал Spinning Only. Сегодня рыбачим с лодки на реке Северский Донец. Сегодня с своим другом Димоном. Мы уже на старте, да, сейчас лодка уже готова. Будем выплывать. Как раз солнышко сходит, самое время осеннего жора. Первая рыбка сегодняшнего сплава. Гигантская щука. Отпустим ее. Мамку завидели, да? Мамку мы видели. Щуреночек на воблер. Толстый щуренок. Кто-то его грыз, смотри. На нем зубы, его кто-то грыз, и не кислый. И не сегодня, похоже, свежий. Свежий, да. Тут же его, значит, крокодил. Мамку не слушал. Короче, кто там тебя грыз? Давай. Пойди ему, да, пожалуйся, и хай идет к нам. Да. Мы его накажем. И сказали, зови папу с мамкой. А он позвал младшего брата. Еще и палку прицепил. Ну вот такой натюрморт. Щука и коряшка. Видите? Я слышу, кто-то там смыкает его. Так, смотри, два заброса на воблер, две рыбы. Опять небольшая рыбка на воблер клюнула. Сразу атаковала. Какая-то вообще послушная, даже не дергается. Хоть свечку сделает тут. О! Послушная щука. Она говорит, я буду себя смирно вести, вы меня только отпустите. О, блин, чуть тройником в глаз меня засадила. Воблер выскочил. Под лодку спряталась. Опасно так. Потом смотришь фотографию, а что? Тройник в глазу. Так вот. Итак, друзья, проплыли мы пару километров по речке в печенегах с Димоном. Поймал я 3 шнурка, была поклевка окуня. И на этом все. Закончилась ловля наша. Сейчас решили мы перекусить и продолжить с берега половить окуня. Так как Димон не поймал еще ни одной рыбки, пойдем сейчас на дамбу и там попробуем половить окушка. Всем приятного просмотра. Ставьте лайки. А вот мы уже переехали на печенежскую дамбу. Здесь будем окуня пробовать ловить. Димон уже первого окунька поймал. Я еще заброс не делал. Сейчас сделаю заброс. Опа. Заглотил полностью с грузом. И джигрих съел. Ничего себе, куда аж съел. Полностью спроглотил. Достанем, извлечем. Приманку достал. Грузик еще там. Извлек. И сразу отпустил его. Есть! Еще смотри какой, нифига себе. Опа! Какой окунь крупный. Больше, чем Димон. У меня маленький. Вот он какой. Пол ладошечки. Барбос. Палка отыгрывается. Как ты поймал такой, наверное, тоже, смотри. О, какой. Такой окунечек. Е-окунь, да? Что-то
хочется посолиднее рыбку, да? Да. Чтоб раза в три. А, ну так у тебя еще с травой он там. О! Есть. Светит солнце. Дно песчаное. Я поставил такую темную приманку. Фиша, личинка стрекозы. Она хорошо видна. На нее сразу поклевки. И микро джигрих North Island шарик. 1.5 грамма. Раздраконил окушка, да? О, тоже темный цвет сработал, да? Ух ты! Уже ближе под берегом. Тоже неплохой такой окунчик. И стайка за ним гонится, смотри. Одного веду, за ним еще идут. Вот кидай туда, сейчас подводи сюда к нему быстрее. Вот сюда, подводи сюда, вот сюда. Веди, веди быстрее. Сейчас он тут может клюнуть сразу еще. Еще подводи ближе к берегу. И так посмыкает он сейчас. Вот это стая. И шли за ним. Так, я бросил недалеко от берега. Угу. Ой, есть, смотри, кидай в эту сторону. Вот так вот. Чуть-чуть дальше кинул. Сейчас не видно, гонятся или нет за ним. Белый шарик, черная приманка. Рыба ловится. Оп-оп-оп-оп. Есть. Покрупнее уже немножко, да? Ловятся окуня у нас в печенегах. Да ты шо, блин? Сразу окунища. Тык придавил. Еще неплохой такой, лянь. Самый крутой. Лянь, за ним идут, он отбирать хотят. Жадный. Он гоняет на честь. Под воде сейчас схватят. Вот это окунь. О, какой красавчик. Бас. Печенежский бас. Опа! Так у тебя тоже нормальный. Раздраконил. Да. Стайка пришла, да. Нашли окуня, подобрали приманку и ловим. Догнал. Под берегом уже догнал. Ну, как личинка отрабатывает. Короче, мы его раздраконили, я тебе скажу. Он начал гонять. Сейчас в толщу будет тут брать под самым. О, начал в толщу, Димон, смещайся. Он загонял, малька начал жрать. Стоял себе окунь спокойно. Увидел наши приманки и началось. А там просто еще мусора много. Он с мусором. Сразу окунь. Все, приманку съел. Да, нет приманки. Охренеть. Остался только микроджигрих один. Подыграл и клюет.
Темные приманки сегодня работают. Вот у меня был, хотел сказать, наноминов. Такой вот фиолетовый, но уже без хвоста остался. И смотрите, что в пасти у этого окуня. У него тут еще малек, бычок маленький. Он съел бычка и закусил еще моей приманкой. Смотри. Бычка сажал, смотри, хвост торчит вот так. Обалдеть. Вот у него. И еще и мою приманку, еще на ней хвост отгрыз. Вот наглешь вообще. Ну, буду без хвоста ловить. Вначале можно так вот кинуть, понял, подождать, чтобы упало, а потом саму проводку в толще делать. Оп, повис. Ух! Жадный. Даже без хвоста ловится. Приманка без хвоста. И продолжает ловиться. Тянул, сошел. Ну, то есть исходит, сразу так делая паузу, смыкая, может там стайка за ним гнаться. И другие доберут. Я вот так кидаю, на дно положил, а потом уже проводку в толще. Опа, и есть, сразу же сход. Сход, подождал, второй. Другой доедает он. Уже возле самых ног. Под берегом они уже сюда пришли. Так они начали жрать все подряд. Ты смотри, они... Мы их раздраконили. Вот в пасти что-то только что уж он съел этого малька. Делаем заброс. Опускаем приманку на дно. И потом начинаем постоянно крутить катушку вот так вот и подыгрывать кончиком легонько. Беспрерывный такой твич. Оп, поклевка. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Иди сюда. Вышел на глисер. Ладошечный окунь. Есть. Вот. А Димон достал. Есть. Бойкий. Бойкий такой. Да неплохой окунь, кстати. Размер. Нормальный. Ладошка. Вот они, да, рядышком стоят. Дып есть. Вот сейчас тяну, посмотрим. Вон идут за ним, смотри. Вот, да, видел их сейчас, смотри. Смотри, видишь сколько? Вот по два дня они сейчас клюнут. Они стопудов далеко не ушли сейчас. Сделает заброс. 2 метра от берега. Опустить на дно. Смыкнуть. О, ты тянешь, да? А я сейчас вдогонку. За тобой тоже стадо, глянь. Да, вот они, смотри, глянь. Вот, сейчас здесь клюнет, смотри, раз. Достал. Просто опустил. Вертикальная ловля окуня с дамбы. Вот это когда гонится, да, тут они хватают, не думают, как собаки вот голодные. Вот. Если сошел, сразу паузу давай и следующий клюнет. Красивый печенежский окунь. Да, я такая там мамонтов, блин.
Опа! Тянешь, а там стайка за ними идет. Вот он, полосатый. Димона есть. И стайка гонится. Ух! Хороший. Толстый, пузатый. Все, друзья, будем мы заканчивать нашу рыбалку. Окуней мы нашли. На речке было, конечно, плохо по рыбе, а здесь на водохранилище отлично половили окуня. Мы его раззадорили, стал он в толще ловиться. Я ловил на вольфрамовый микроджигрих North Island 1.5 грамма, и работали темные рассветки силикона. Дима также ловил на темные рассветки в толще. Да, вот у него он там показывает, сейчас я покажу поближе. Он побитый рыбой полностью. Да, вот такой вот червячок. Тоже отлично работал. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.